Морозная зима прошла и уступила дорогу весеннему солнцу. Жители Ленинского округа отметили это событие чаем с блинами. Масленица у кинотеатра «Искра» уже стала доброй традицией. Можно покушать блинчиков, очень вкусно. Везде идут праздники, все так ярко, все веселятся. И сам праздник хороший, добрый. Мы прощаемся с зимой и встречаем весну. Мы любим масленицу! Дети проводили время за конкурсами и эстафетами. На перегонки носили воду коромыслом. Ребята постарше соревновались, кто выше и быстрее заберется на столб. Многие участвовали в этом состязании не первый год. 3 года назад я пробовал, и у меня стала мотивация, чтобы я залез. И вот, я пытаюсь залезать. Кроме развлекательно-соревновательной программы, на площади у кинотеатра детей и взрослых радовали сказочные персонажи и даже старинные русские инструменты. Настроение отличное. Сегодня пораньше пошел на работу. Сейчас веселю людей и самого понимается настроение. За конкурсами и горячим чаем время пролетело незаметно. Жители дождались главного события – сожжения чучела масленицы. По сену попрыгали, блины стояли в очереди за блинами, посмотрели, как сожгли масленицу. Впечатления от праздника еще долго будут согревать жителей округа теплыми воспоминаниями. Масленица Видном стала ярким приветствием долгожданной весны, пришедшей на смену суровой зиме. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.